Приветище! Давно не виделись, да? Все дело в том, что я был в отпуске, вот так. А сейчас настало время торговать, Шопкип 2, погнали! Просыпайся. Просыпайся. О, неужели мы проснулись? Один мудрец говорил, оставайся в кровати подольше. И куда это я улетел? Хо-хо-хо. Посмотри на мою руку. Что с моей рукой? О, божечки. Кажись, я заглючил. Беда, однако. Так, сейчас попробуем исправить. Вот так-то лучше. Ну чё, Сач, чё делаем? Билли? А, тебя Билли зовут. Так, я тут новичок. Я решил поторговать. Так что я буду самым крутым торговцем на районе. Чё мне делать? О, ёшки-матрёшки, я ж голый совсем в разных... А, ноги не видно. У меня ж там синий красный носок только на мне. Ты посмотри на мою иконку вон сверху. Я ж совсем голожоп, у меня сейчас тут повяжут. Так, дружище, что мне делать? Подари мне свои штаны. Отлично, кажется, ты не просто лунтик. А, лунатик. Ну, лунтик, лунатик, одна фигня. Штаны упали с неба. Нифига себе. Штаны, сейчас я их подберу. Опачки. Получено один костюмные брюки. Так, огонь. Что тут у нас есть? О, нифига себе. Да, мои красные труханы, красно-синие носки. Так, мне нужно сейчас это все дело надеть на себя. Ну вот, более-менее. Отлично, теперь местные власти арестуют тебя за непристойное поведение. Я ж только в деревню зашел, я вообще не знаю ваши порядки. Чего вы ко мне привязались? Так, нажимаем «Ай». Так, тебе придется довольно часто разглядывать свой инвентарь, поэтому со временем ты станешь замечать небольшие детали. Ладно, теперь зайдем в лавку. Пойдем, зайдем. Так, это что, моя лавка? Закрыто написано. Фу, мухи летают. Может, это туалет, а не лавка? Дай-ка я обойду ее. Да нет, для туалета слишком большое. Слишком большое помещение. Ладно, пойдем внутрь, зайдем. О, фу, как тут воняет. Получена метла. Блин. Я точно уверен, что это туалет. Господи, как здесь воняет. Все прилавки были уничтожены. Вот, возьми метлу и забери их. Сейчас, где моя метла? Четверочка. А, это что, метла такая? Как ее убирать-то? А, наверное, надо в инвентарь зайти. Заходим в инвентарь. Метла. И вот сюда ее. Вот, отлично, ты посмотри, я прям боевой этот, как его, продавец. Как это закрыть теперь? О, так, троечка. Вот, отлично, правильно, держи метлу увереннее. Теперь просто кликни, чтобы вымести этот мусор. Да пора уж давно этот мусор вымести. Давай, подметай, ништяк. Сейчас мы тут красотень наведем. Вот, симулятор дворника, симулятор продавца, все в одном, блин. Все в одной упаковочке. Ну, хоть пахнуть начинает меньше. Вот вроде здесь деревяшки, да, песок. А почему здесь мухи-то? Видимо, кто-то здесь нагадил. В каждой рухляти, видимо, есть кусочек какахи. Мухи тут. О, прекрасно, чистая лавка. Привлекательная лавка. Правда, нам еще нужно заменить испорченную мебель. Вернись в дом, возле которого ты проснулся. Блин, я же забыл, что я бомжара. Я спал возле какого-то непонятного дома. Пойдем, выйдем. О, уже темнеет, слушка. Так, нам вот сюда надо. Дружище, тебе здесь прибраться не нужно, у меня метелка есть. Дивилери. Это дом управления. Воу, М20 для меня. Что это значит? Ладно, неважно, здесь ты сможешь управлять лавкой и даже городом. Хо-хо, нифига себе, не просто торговец, но еще и управление с городом. Так, что дальше-то? Что-то я пропустил. Обучалку. Ну, есть стол, да, я вот заказываю стол. Отлично, твой заказ теперь находится в доме управления. Иди и забери его. Я же вроде как в доме управления не нахожусь. Не? Блин, не понять этих лунтиков здесь. Ладно, пойдем туда. Заказ прибыл в дом управления. Так, зайду сюда. Понятно. Значит, он туда только прибыл. Доставка почты России, ёкарный. О-хо-хо. Заказано для Бэкста. Огонь, как я люблю сундуки. Так, давай это все дело заберем. Открыть. Прекрасно, новые собранные предметы автоматически заполняют место на стойке. Конечно, ты можешь открыть инвентарь и перестать... Короче, иди ты в пень. Я иду сюда.
Иду сюда. И сейчас попробую все это дело разложить тут. Давай перевернем столик, чтобы он смотрел на меня вот так. Это, наверное... Красиво было бы вот так, конечно, но... Стрелочка показывает, что нужно вот так. Поставим возле окошечка. Нет, 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 а вдруг грабители в окно залезут? Давай вот тут поставим. Вот так вот. Отлично. О, чудесно выглядит. Ты что сделал, Получен молоток. Так, прости за такое наглое разрушение твоей новой мебели, но сейчас тебя ждет важный урок. Ну давай, пойдем в инвентарь. Возьмем молот. Молот есть. И попробуем разломать эту стойку. О, точно! Выбрав молоток, ты сможешь проверять прочность мебели. Попробуй починить столик. Давай попробуем. А, я должен починить кувалдой этот столик. Да легко. Вот так вот. А я хотел этот молот продать. Отлично, не забывай чинить свою мебель, иначе она превратится в мусор. Ну и будет, конечно, какахой. То есть там будет куча мух летать на ней. Так. Открой свиток заказов еще раз с помощью тап. А теперь выбери зелье. О, мне дали 3 монетки. Зелье. Беру зелье и заказываю. Отлично. Зелье заказал. Продолжаю чинить или ломать мебель. Ни гвоздей, ничего. Так, ладно, пойду, короче, забирать свое зелье. Движение плюс 5. Мне можно спринтерскую гонку бегать. Так, где заказ? Опа, нифига себе, с неба прилетел сундук. Мне что, авиация доставлять, что ли? Так, забираем зелье. Огонь, у меня есть зелье, интересно, я его могу выпить? Можно я зелье выпью? Подождите, можно я зелье выпью? Не, походу нельзя. Ладно, нельзя так нельзя. Пойду его продам. Так, смотрю, зелье уже у тебя. Теперь ты можешь поставить его на столик. Интересно, за сколько зелье можно продать? Если я его покупал за 3 монетки, значит продам его за 9. Как истинный торгаш. В 3 дорого. Так, теперь, когда товары расставлены, пора открывать лавку. Все, что нужно, чтобы открыть или закрыть лавку в любое время, это перевернуть табличку на двери снаружи. Давай, сделай это. Сейчас пойду переверну. А логично открывать это магазин в 2 часа ночи, слышь? Все же спят. Хотя вон народ ходит. Или это охранники. 2 часа ночи, ёкарный. Ладно, давай откроем. Нифига, сейчас открою. С открытием в 2 часа ночи. Вот я тупица. Нафига я его открыл в 2 часа ночи. Ладно. Билли. Прикольно. Меня выкинули. Я обучение прошел. Прикол. Ладно, давай попробую в одиночку поиграть. Итак, вот такая вот эмблема будет у моего Макзика. И назвал я свой магазин Magic Shop. Надеюсь, в него будут заходить покупатели. Создать лавку. Заходим. Фух, ну здравствуй, мир, я снова появился, только уже не как ученик. Бег, это навык, ты можешь открывать навыки. Нифига себе, здесь есть навыки, ну какие. О, нифига себе, прям как РПГ. Ребят, да хватит мне уже писать, что бег это навык. О май гад. Мне его, походу, надо открыть все-таки. Ладно, я открываю бег. Та-дам, 50 монет мне дали, отлично. Круто, я здесь могу в городе гулять. Нафиг мне магазин, я пошел путешествовать. Здорово, здорово, люди. Дэниел. А может мне жену тут выбрать? Какие здесь стрёмные тетки. Как мужики. Только с грудями. Да ты посмотри, как они ходят. Они все ходят одинаково. Боже мой, в какой мир я попал. А могу я стащить яблоко? Блин, не, это тебе не привет, сосед. Ладно, пойдем откроем свою лавку. Задание. Сейчас посмотрим вблизи, что там за задание. Первый пьедестал. Короче, моему магазину надо купить стол и какую-то фурнитуру. Ну, короче, положить на этот стол что-то. Вроде как-то так. Мой английский это beautiful. Perfect. Very good. О, ведерко. Ведерко лишним не бывает. Давай-ка возьмем. Что я с ним могу делать, интересно теперь. Где мое ведерко? Может, на голову могу одеть? Буду как дебил гонять по деревне. С ведром на голове. Блин, это реально это возможно. Так, ладно. Ладно, я понял. От этой игры можно ожидать все что угодно. С ведром на голове я пошел гулять по деревне. Хотя я хочу посмотреть, что это за штука. Для чего это нужна вещь? Ни для чего. Магазин закрыт. Вот здесь у нас есть стенд. Стенд с письмом. Отчет
Отчет о средствах ну понятно, здесь всякая лабуда будет приходить. Ничто не выглядит более особенным, чем обычная вещь. Так держать! Ну, конечно же, когда у тебя ведро на голове, это просто обычная вещь. А может, я кому-нибудь в дом могу вломиться? Нет, не могу. А, у меня же есть молот! Блин, симулятор продавца. Сейчас буду тут крушить дома. Так, куда мне зайти-то можно? Отдыхалка закончилась. А могу я тут кого-нибудь по голове шандарах? Нет, не могу. Ой, какая это гуманная игра. Так, что мне делать? Что мне делать, ёкарный? О, смотри, кого я нашел. Продавец мебели. И я у него купить могу вот этот столик. Блин, а почему мне тогда все посылками присылали в виде сундуков? Ладно, пофиг. Так, Вуди, Харлот, продай-ка мне, пожалуйста, вот этот столик. Купить 10 штук. Нет, мне, я думаю, одного достаточно будет. Я покупаю одно. Отлично, я купил этот пьедестал. Пьедестал, ну и название, это же обычный стол. Так, теперь мне нужно таких, по-моему, 4 штуки, да, дома расставить. Короче, фиг пойми, но я у тебя покупаю еще... О, у тебя квест есть, нифига себе, давай с тобой побазарим. Есть новые товары. Тебе может показаться, что выбор невелик, но не забывай. Когда город улучшается, у меня появляется больше товаров. Заходи позже. Спасибо, а что по заданиям? Купи больше пьедесталов для меня. Принять задание, окей. Давай купим несколько пьедесталов. Так, раз, до вас, оторись. В списке заказов появились новые предметы. Отлично, все, я квест выполнил. Так, побежали к нам в новый магазинчик. Точнее, в нашу лавку. С дороги я бегу к себе в магазин. Вон туда мне надо бежать. Так, одышечка, надо спортиком позаниматься, нифига. Ноги не шевелятся, легкие не дышатся. Фух, давай последний рывок. Есть от дома. Так, теперь нужно все это дело расставить. Нажимаем на I. Выбираем столик. А, блин, у меня же он уже выставлен. Так, столик я поставлю. Хочу его перевернуть вот сюда. У окошка не буду. Давай вот так вот. И здесь еще тоже поставлю. И вот здесь вот разверну. Ну вот, симметрия, красота наводится. Тьфу, блин, что я сказал. Симметричная красота, я имел в виду. Дали 25 монет. Круто. Нужно. На эти пьедесталы разместить что-нибудь. А что у меня есть? У меня есть ведерко на голове. Тупица, блин, зачем я его дел? А, вот, смотри, ботиночки есть. Есть бандана. Есть еще один пьедестал. Давай ботинки впарим кому-нибудь. А, заказать могу? Ну, давай закажем. Сколько у меня? 75 монет. Давай лучше эликсиры. С эликсиров начнем. Будем втюхивать скляночки с водой и говорить, что это эликсир омолаживающий. Тетки поведутся. Блин, а что, я одну только могу заказать? Да вы что, прикалываетесь? А, во, вот так вот. Вот, 4 эликсира заказал. Отлично. Теперь нужно это все дело бежать в мой основной магазин. Сейчас туда это все дело прилетит. Я надеюсь, что прилетит. Так. Где мой заказ? Оу! Нифига себе, вот это... У меня там портал в потолке открылся. Забираю. Ведро, пьедестал, предмет. Куча всего мне что-то... Ой, еще один заказ. Ладно, забираю. Ладно, ждем, может быть, еще что прилетит. А, не, все. 4 бутылки прилетело. Бежим вот сюда. Та-дах! Скляночки, сейчас я вас здесь расставлю. Одну сюда, другую сюда, эту сюда, эту сюда. Теперь ценник нужно придумать. Ценник будет у меня... Нет, подожди. Ценник у меня будет... 10. Ну, 11, ладно, пусть 11 будет. Так, 11. Здесь тоже 11. А эти скляночки у меня будут эксклюзивные. Там особенная вода. Водопроводная, поэтому... Там будут стоить они по 20-очки. 20. Ой, блин, за 11 продал. Во, 20, 21 будет стоить. И здесь 21. Все, можно магазин открывать. Под вечер, как обычно, я люблю, когда уже сумерки. Открываем магазин. Опачки.
Нужно продать теперь эти скляночки. Надеюсь, ко мне кто-нибудь придет. О, тетка, заходи! У меня здесь есть эликсир омолаживающий, тебе понравится. Давайте метлой подгоню. Давай, заходи, я даже дорожечку прочищу. Давай, смотри, как в кёрлинге. Главное, катись в мой магазин. Давай, закатывайся. Так. Да-да-да, вот эти вот скляночки, они с омолаживающим зельем. Блин, хотел сказать водопроводным, но я заплачу не больше 5. Ладно-ладно, подожди, не уходи, давай за пять. Ушла. Коза. Может, на них что-нибудь наклеить, а? Чтоб они, типа, стоили там как-то, ну, не знаю. Чтоб они как-то выглядели более интересно. О, чувак, давай заходи, какие у тебя голубые глаза. Ты как вампир в темноте. Может, ты оборотень? Рваные штаны. Ты точно должен купить скляночку. Скляночку вот эту вот. Давай, за 11 возьми. 11? Блин, ну я и торгаш, а. Чё скажешь, дружище? Я заплачу не больше 4. Короче, мои мечты растаяли. Придется ценник снижать. Ладно. Давай, значит, снижим теню. Поставим. Не понял. Чё сломалось? Кто чё сломал? Чё это было? Наверное, показалось. Так, мадам. 3? Ты хочешь 3 отдать? А ты чё тут скажешь? Манмон. 5. А, прикинь, они пинают по моему столу. И тем самым его ломают. Да вы оборзели. Блин, я сейчас молоток возьму. Где мой молот? А ну пошли вон отсюда. Ты посмотри, а на них. Ломает мою мебель из-за того, что цену загнул. Оборзели совсем. Чё? Кто-то купил что-то или что? Что это за музыка была? Так, ладно, сейчас я ценник снижу, а то мою лавку, походу, сожгут за такие дорогие цены. Так, сколько сделать-то? Десятку, нет, десятку много. Давай, пятюню, вот. Пятюню, пожалуйста, кто где? Здесь тоже пятюню сделаю. И здесь пятюня, и тут пятюня, вот. За пятюню-то возьми, а, дедуль. Тебе нужен эликсир омолаживающий, по-любому. О, да неужели? Купили эликсир. Когда ты продаешь товар, деньги поступают в хранилище. Зайди туда, чтобы забрать свои богатства. Хорошо. Так, кто-нибудь еще что-нибудь купил? Нет. Ночью дела идут. Я думал, ночью никто не будет заходить в мой магазин. О, тетка, давай покупай, ништяк. Прекрасный выбор. Молодец. Че за фигня? Ты че, офигела, что ли, тут? Нафуняла своими фруктами. Фух. Ну, уже 1 ночи, почти 2 часа. Может, мне вздремнуть сейчас? Пойду в магазинчик закрою. Все, закрыто. До 2 часов ночи поработал. 2 товара продал. Это успех. Главное, что я не фиаско. Вот где нагадили. Сейчас протру здесь все, уберу. Вот так вот. Лавка повышена, отлично. Так, ну что, 3 часа ночи. Лавочку я закрыл. Пойдем-ка забежим в наш этот хранилище. Денег сейчас вытрясим с этого Гилфенса. Хранилище для денег. Снятие. 10 монет я хочу снять. Это то, что я заработал. Мне положено. Ну что? Ночь мы проработали. Сейчас уже будет утро. Можно ложиться спать. Если тебе понравилась эта игруха, пиши в комментариях, ставь лайкосики. Не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я пошел спать. Увидимся в новом видосике. Пока. Хопа. Где здесь бар? Бар. Где бар? Мне нужен бармен.